Я всегда любила сумки и искала какие-то необыкновенные сумки, необычные, с какими-то элементами, несвойственными сумкам, которые продаются в масс-маркетах. Но натыкалась на то, что везде сумки похожие друг на друга, они подобные. И эксклюзивности какой-то я не могла никак найти, и не могла найти сумки, которые подходили бы под все, которые бы чем-то отличались и чем-то могли бы меня зацепить. И с этого началась идея создания сумок. Для создания своих сумок я использую эко-кожу, я использую замшу и натуральные материалы, такие как лен или грубые какие-то ткани, которые могут держать форму. Первый мой показ состоялся в рамках Odessa Fashion Week. Он дал мне очень много эмоций позитивных, очень большой отклик у людей, очень много поздравлений было. Мне звонили люди, поздравляли и очень радовались за успехи. Было много приглашений на другие показы, в шоурумы, на маркеты. И даже за границу приглашали участвовать в показах. Самая большая моя благодарность, конечно же, маме и моей сестре Диане, которая меня поддержала, которая меня поддерживает всегда. Она приезжает на все мероприятия и участвует просто во всех. Друзья, приглашаю вас на свой показ, который пройдет в рамках Odessa Fashion Week в концерт-холле «Сады Победы». У нас будет очень интересная коллекция, будет много интересных вещей, будут какие-то креативные и необычные обязательно сумки, будут яркие элементы, может быть, даже аксессуары. Буду очень рада видеть вас.